Любая мелочь. Горе это не только когда человек умер и так далее. Даже когда свечка потухла, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна лиллях ва инна илейхи раджиун». Мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. Тогда Аиша радиаллаху анха говорит: «О посланник Аллаха, это же говорит мелочь. Всего лишь свечка потухла». Обычно, когда эти слова говорят, мы от Аллаха к Нему наше возвращение, когда человек умирает, правильно? А это же говорит: всего лишь свечка потухла. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: даже говорит, всякая мелочь, которая приносит, говорит, трудность, горе верующему человеку, это тоже говорит испытание. И кто будет говорить слова при любой неприятности, инна лилляху инна илейхи раджиун, этому человеку Аллах говорит, вместо этой неприятности что-то радостное говорит, даст. Вот человек едет, допустим, и его этот колесо, допустим, в яму падает. И он такой вот злится, он: это же неприятность. Инна лилляху инна илейхи раджиун, сказал, все. За то, что вот эти слова мы произнесем осознанно, Всевышний Аллах сделает, чтобы с нашим колесом ничего не случилось, и что-то лучшее, наоборот, произойдет. То есть любая неприятность, когда мы увидели у кого-то проблему, то, что нам неприятно, все, вот эти слова, если мы будем говорить осознанно, что все к Аллаху, в любом случае, это Аллаху принадлежит, вот тогда, говорит, Аллах у нас будет радостью кормить.